Сегодня мы солим лосось для маринада. В блендер добавляем свежую свеклу, крупную соль, гранулированный сахар, рюмку водки и пучок укропа. Перемалываем и добавляем цедру лимона и хрен. Делаем финальный помол и обмазываем маринадом наш лосось. В США все виды лосося, как семга, горбуша, кита, нерка, называют лососем. Судя по виду, у меня семга. Накрываем пленкой и убираем на 36 часов в холодильник. После убираем весь маринад, нарезаем и наслаждаемся. Получилось очень вкусно. Друзья, я разрезал хинкальную, чтобы показать, что внутри бульон. Я потом его залил обратно и выпил.